С вами мы, наш бокс. Покажи бокс, Иван Федорович, покажи. Всем привет. Наиль Порошин. Мужики, сегодняшняя тема разговора вот какая будет. Вот, Игорек, посвятите на эти два карбюратора. Внимательно их покажи людям. Значит, ребята, завод опять переживает не самые хорошие для него времена. То есть опять остановка производства. Ну, я не говорю, что прям полностью, нет. Просто в малом количестве карбюраторы, значит, стали выпускаться. А вы все меня донимаете, значит, послать вам. Вот передо мной два 53-х карбюратора. Ребята, абсолютно два одинаковых, как две капли воды, как патроны карбюратора, 53-20. Вот на этом карбюраторе уже Иван Федорович, видите, врезочки сделал. Вот сюда, покажи врезки. Угу. Вот здесь еще врезочка. Вот. Ребята, вот, значит, здесь я поставил четвертый кулачок, это хозяин попросил. А вот на этом карбюраторе пятый кулачок. Ребята, вот обратите все сюда внимание. Вот красная коробка, а вот синяя. «Лада» написано. Фирма «Лада Имидж», по-моему. Да, «Лада Имидж». Да, вот. Посмотрите. Зачем я снимаю этот ролик? Ребята, чтобы не было потом вопросов, а почему мне послали карбюратор в красной коробке, а мне послали в синий. А я не хочу в синий, дайте в красный. Ребята, это абсолютно два одинаковых карбюратора и нашего завода. Я вам даю зуб, за это отвечаю. А когда я сказал, я говорю правду. Да, не могу меня извинять. Да? Это же просто упаковка дилера. Конечно, да? Конечно, Иван Федорович. Конечно, Иван Федорович. Вот смотрите, Иван, это, Игорь, вот сюда вот посвети. Изготовлено ООО ДЗА. Ребята, ДЗА, я даже сам удивился, здесь написано ДЗА. Знаешь, что такое ДЗА? Димитровградский завод автокомпонентов. Вот сколько было директоров, сколько было хозяев на заводе, каждый старался назвать по-своему завод. А называется он завод, и он, по-моему, и умрет с этим названием. Димитровградский автоагрегатный завод имени 50-летия СССР. Когда страна такая была, любимая нами вся страна, СССР. Союз нерушимый. Вот, ребята, здесь написано, изготовлено ООО по заказу АО «Лада Имидж». Россия, Тольятти, тут адрес, вот посмотри, чтобы кто-то мог бы прочитать. Я тоже самое... Своей рукой на вот этой коробке, где-то тут найду место. Вот наверху, наверное, вот здесь черным фломастером. Тоже свою подпись. Когда я ставлю подпись, я отвечаю за свой базар и за свое качество. Так что, ребята, вот ролик ни о чем. Пожалуйста, не переживайте. Вы знаете, я не могу купить карбюратор в нашем городе. Это все равно, что в Туле нельзя купить в магазине тульские пряники. Или самовары, или калаши. В магазине. Ну, все хорошие вещи. Ну, да. Ребята, вот так что, пожалуйста, не переживайте. Ну, нету карбюратора. Вот эти вот карбюраторы мне по заказу прислали в Тольятти. Вот. Вот он. Вот 53-20. Все так же, как написано там. Для двигателя 1500-1600. Тип Соликс, карбюратор, вот он. А вот 73-й, они тоже одинаковые. А вот где стоит галочка? Вот галочка, видите? Это значит, там стоит 53-й карбюратор. Так что, мужики, пожалуйста, не переживайте. Вот, ребята, что я хотел сегодня вам сказать. Если кому-то попадется, пожалуйста, не обессудьте и, пожалуйста, не ругайте меня. Всем привет, до новых встреч, до новых роликов. С вами был Наиль Порошин и наш бокс. Вон он, Иван Федорович, Итибар. Значит, все на этом. До свидания.